Сотрудников сферы услуг без прививок от коронавируса отстранят от работы. Об этом говорится в новом постановлении, которое опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора. В документе целый список профессий, представителям которых нужно срочно пройти вакцинацию. Сейчас выполнить жесткие требования довольно просто. Медики с дозами вакцины приезжают даже на небольшие предприятия. Как их вызвать, узнал Александр Сульдин. Проверить уровень кислорода в крови, измерить давление, заполнить анкету, пока размораживается вакцина. Сегодня фельдшер Елена Жукова не в процедурном кабинете поликлиники. Рабочее место развернули в салоне красоты. Прививки для десятка сотрудников. Сейчас приходит сознательно. Раньше как бы они сомневались, а сейчас уже сами для себя уже решили, что надо вакцинироваться. Вот на рабочее место. Непосредственно оборудование, на котором мы работаем, кушетка, на которой располагается клиент во время процедуры. Юлия Лошкарева – специалист лазерной эпиляции, работает постоянно в тесном контакте с клиентами. Ежедневно через нас проходит большое количество людей, вот, и мы хотим, чтобы безопасны были наши клиенты, но и в том числе и себя обезопасить тоже. Прививка для сотрудников таких предприятий – обязательное условие. Теперь без сертификата, удаленка или отстранения от работы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора. Первым компонентом вакцины необходимо привиться до 21 ноября, вторым – до 21 декабря. Так что выездная бригада в этом салоне оказалась очень кстати. Это очень круто, что можно у себя на работе сделать, не беспокоясь о дальнейших там вопросах, вакцинацию. Вот сейчас мы видим, что это абсолютно несложно. Здесь на месте работает врач, сотрудники приходят, у них есть доверие к этому месту, у них есть доверие ко мне как руководителю, ставят прививки, а я уверена в том, что завтра они будут здоровы и будут продолжать эффективно работать. Пригласить медиков на выездную вакцинацию могут руководители предприятий. Обращаться в Минпромторг, на самом деле, практически каждый работодатель сегодня получил от нас письмо, звонок, и не один раз, и абсолютно точно знает, как записаться на вакцинацию. И постоянно записываются. Фельдшер Елена Жукова рассказывает, несколько раз в неделю бывает на разных предприятиях. Завтра снова на выезд с коробками вакцин. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.